Студенты гуманитарно-технического колледжа провели благотворительную акцию для воспитанников детской деревни семейного типа. Они перевоплотились в аниматоров и устроили для ребят яркий праздник с песнями, танцами, мастер-классом по изготовлению фигур из шариков. Мероприятие, приуроченное ко Дню Республики, не обошлось без подарков. Студенты вручили мальчишкам и девчонкам книги, игрушки и сладкие презенты. Мы решили подарить детям хорошее настроение, хорошее впечатление, чтобы в такой дождливый пасмурный день у детей было солнечное, хорошее настроение. Ну, и так как мы состоим в студенческом парламенте, мы сами решили лично приехать, поздравить.